общем, время где-то у нас, наверное, уже 6:30. Мы едем потихонечку в Великий Новгород. Ну, вот. По пути у нас Игорян там немножко искрил, пускал спецэффекты, всякие штуки такие. Не знаю, зачем он это делал, но пугал всех. Ну, короче, все нормально. Едем дальше. Ну, вот. Ехать тут где-то примерно часа 2,5, еле встали. Жесть какая-то просто творилась. Тут аварии по пути, какие-то шины раскиданные. В общем, едем, а я еще переобулся. У меня низкопрофильная резина, и приходится очень аккуратно ехать. Ну вот, да и все тачки, в общем-то, едут тяжелые, поэтому больше 90 мы не стелим. Потихонечку, помаленечку, я думаю, доедем до Великого Новгорода. Ну вот, погодка вроде, самое главное, погода налаживается. Видно солнце, солнце слепит вообще. В общем, ждем хорошую погоду и отличного настроения. Надеюсь, мы там это придем в себя, взбодримся, потому что вставать в 4 часа утра это просто боль. Глаза смыкаются, едем. Нереально. Вон Игорек едет впереди. Короче, доедем, посмотрим, что там будет. Сейчас мы, Игорю, подключим там усилители, там мутилители, фигатилители, там всякие темы эти, вот, чтобы валила тачка. Вот тут Пыжик, вот у нас тут банда такая собралась, вон там тачек немерено. Короче, добрались нормально, да, все в порядке. В общем, никого еще нет, пустота вообще. Куда приехали, зачем приехали, не ясно пока. Что, ждем, говорят, народу много. Еще время, сколько доехали, за сколько мы? Время 20:09. Выехали, да, во сколько? В 5 и... Короче, 3 часа мы ехали. 3 часа, что, кофту испачкала? Да. Ногтями? Нет, кофту испачкала. Помадой, ну ладно. Ну, в общем, все, что, мы за дело. Крутить, вертеть в УСИ. Игорян, пару слов. Пару слов. Да, пару буквально. Одно, все два. Хорошо, ждем замеры. Отлично. Много сказал. Слишком много. Слишком насыщенная беседа получилась. Слишком насыщенная, да. Короче, говорят, то ли можно въехать на площадку, то ли не можно въехать на площадку, непонятно. Что у нас там? 115,9. Короче, чего, соревнования подошли, вот так, да? Короче, соревнования подошли к концу, мы
В общем, мужественно вытерпели, выждали церемонию награждения. Ну вот, в общем, получили призы ценные, кубки, заняли призовые места. И как всегда, немножко сожгли. Немножко сожгли, немножко подпалили, да, без этого никуда, это соревнование. Ну вот, ну и в общем, чего, Новгород прекрасно встретил, была заминка с площадкой, но вроде все решилось. Много народу, кстати, вот можно посмотреть, вот там полно народу ходит. Короче, площадка большая. Да, шумели, в общем, было много гостей, все заняли свои заслуженные места, в общем, мероприятие удалось. Все, всем пока.